улыбается. Симонежная вот так смотрится. Маховая улица. Улица Охотный ряд. Это Тверская улица. Центральная. Вот так выглядит сегодня это место. Осталось до чемпионата мира по футболу. Московский Кремль выглядит. Скоро поеду в Кремль. Каждую неделю собираюсь. Скоро дойду. Вот такое место. Манежная площадь. Тверская улица. Маховая улица. Улица Охотный ряд. Так хорошо сегодня. Мотоциклисты с музыкой, байкеры. Да, быстро ездит и громко. Вот Тверская улица, так я ее люблю. Ну, все ее любят. Да, всем она нравится. После реконструкции она стала очень удобной. Хорошей. Для туристов, для пешеходов. Гулять да гулять. Зимой, летом стало очень хорошо. Какой закат. 22 часа. Тверская улица. Так нравится она мне. Так и не уходила бы. Такое большое движение здесь. Всегда большое движение. Все отложено, отрегулировано, все четко. Сейчас вечер, уже заторов нет. Вот какой большой поток машин с Тверской. Thank you.
гостиница. Красивая улица. Движение на Тверской. Здесь станция метро Охотный ряд. Вот. Станция метро с одной стороны, а с другой стороны можно войти. Тверской улиц. Метро Охотный ряд. Вот здесь. Вот здесь будет вход. Вот прямо в метро. Вот здесь удобно. Боровицкая в ту сторону. Там 4 станции метро. Совсем тоже близко. Там площадь Революции. И здесь театральная и площадь Революции. Тоже вход. Здесь около большой церкви. 10 станций поблизости. И в ту сторону Лубянка и Кузнецкий мост, дальше Шпитайгород. Метро, 10 станций метро поблизости. Всем напоминаю, кому-то интересно. И для себя, чтобы не забыть. На всякий случай. Да, центр города Москвы, столица. Вечером 29 июня 2017 года. Какая у нас здесь красота. Красиво. У нас здесь в Москве столица. Приезжайте к нам в гости. Наши граждане, и зарубежные. Вот у нас вот так здорово, красиво.